Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео хочу показать мировое событие по области Глостершира. Вот наша область получается. Вот. Наше событие получается находится на самом юго-западе. Вот здесь. Здесь вот есть у нас недалеко точка быстрого перемещения, а также вот город Оксенхорн. Вот. Ну что ж, приступим. Свою дверь. Это твой дом? Я положил ключ, а он случайно свалился в реку. Меня зовут Брон. Здравствуй, Брон. А, ты Дан. У меня тут есть кое-что интересное. Легендарный рок самого Рагнара Лодброка. Ты нашел рок Рагнара? А ты уверен? Скажу честно, друг, точно не знаю. Это старый рок Данов. Помоги мне попасть внутрь, тогда и посмотришь. Ну, давай. Я хочу взглянуть на этот рог. Я давно его спрятал. Прости, я уже не помню где. Давай поищем вместе. А, да! Теперь вспомнил. Он должен быть где-то здесь. Отлично, друг. О, гляди-ка. Это не рог. Дай мне посмотреть. Стой! Воры! Сволочь, прочь из моего дома! Он сказал, что это его дом. Ты не знаешь, кто я такой. Вас обоих запорят до крови и подвесят у городских ворот. Друг, это все большая ошибка. Дан, если тебя обманули, верни мою вещь и помоги мне убить вора. Брон мой друг. Я не стану его предавать. О, спасибо, Дан. Так умрите же оба, негодяи. Умри! И что все это значит? Он хвалился об этой вещице на всю деревню. Оставь себе. Ты заслужил. Жаль, что мне не удастся услышать гулкий рев рога Рагнара. Вот так вот как-то, ребят, да-да-да. Ну что ж, выполнили мы миссию. У меня получается на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Всем привет. С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео хочу показать очередное мировое событие в области Глостершир. Вот наша область. Вот. Наше событие находится на юго-западе. Вот здесь вот. Это вот Камни Дьявола. Здесь у нас тоже рядом было мировое событие. Здесь у нас рядом Оксенхорн. Точка быстрого перемещения. Ну что ж, приступим. Я снова говорил с ним. Он рассказал о своем томлении. И теперь я должен либо идти за ним, либо следовать по пути исполинов. Зачем голоса говорили со мной? Я слышу песнопение и чувствую борьбу. Несогласие среди ангелов. Это печалит меня. Когда-нибудь я попрошу у Бога прощения за все свои ошибки. Здесь сияние ярче, ибо Он дал мне узреть. Ну что ж, давайте искать.
у меня такое чувство, что где-то надо... Здесь какая-то невидимая сила. Ну что ж, ребят, у меня получается на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Всем привет. С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео хочу показать очередное мировое событие в области Монтаршир. Наше событие находится, получается, на центральной части, на юге. Вот здесь вот. Холмклифф. Рядом с городом. Это у нас, получается, Кайрн. Ну что ж, приступим. Дайди ты в попу.
Да что за нахрен, только что ж почти собрал уже, блядь. Так, все, успокойся. Что-то ей не дает почему-то чуть-чуть, да? Ага. Ну вот, мы и собрали Кайрн. Блин, что-то тут... Чем дальше, тем сложнее их собирать немножечко. Ну что ж, ребят, у меня получается на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Всем привет. С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео хочу показать очередное мировое событие в области Глостершир. Вот наша область Глостершир. Вот, наше событие получается находится вот здесь, рядом с городом. Я не знаю, что это за город, но оно здесь рядом, да. Ну что ж, приступим. А, это у нас Глостер, я понял. Логично. О, звезда, моя звезда! Лишь смерть и жало может разделить нас, но ей томление не унять. Преград земли и моря не в силах мы принять. Тебе не чужда поэзия. Глядишь, ты сможешь мне помочь. И с чем же? По словам одной ведьмы, укус пчелиного жала несет мне смерть. Но моя любовь держит пчел. И ты не можешь сам отнести любовное письмо из-за этих пчел? Я могу его передать. Любой, кто готов сделать это для Гила, наверняка мыслит схоже. Скажи, тебе по нраву и тычинки, и пестики? Мне по нраву очень многое. Я был уверен, что ты все поймешь. В этом письме буря моих чувств, и пусть тебя направляет сердце. Если найду твою любовь, я все передам. Ведь твои слова точно укажут путь к тому, кого ты жаждешь. Спасибо! Спасибо тебе! Ты сияешь, словно луч света, что пронзил облака одиночества. На языке сладкий меда вкус, но вместе с тем жало пчел укус. Как в любви. Ничего не скажешь наверняка. Так, ну что ж, пошли ее искать. Так, ну что, мы ее нашли. Звезда, звезда. Какой из пчеловодов описан в поэмах Гилла? Вот, кстати, недалеко, вот он наш герой, любовник. Вот, и вот у нас как раз пчелиная ферма. Как думаешь, у тебя глаза тельца и руки ивы? О, да, наверное. Не знаю, о чем ты, но звучит мило. Ты хочешь сложить обо мне целый стих? Не я, но поклонник, который не раскроет себя до вашей встречи. Все подробности вот в этом письме. О, ну ничего себе! Спасибо. Скорей бы нам встретиться. Я передал письмо. Посмотрим, нашел ли Гил свою любовь. Так, мы пойдем на занятие, да, наверное? Мили, хватит! Письмо не для тебя!
Прости, Гил. Тебе придется признаться в любви самому. Удачи. Я лох получается, да? Ну ладно. Значит, не та. Угу. Всем привет! С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео я хочу показать очередное мировое событие в области Глостершира. Вот наша область. Наше событие, получается, находится вот здесь. Я даже не знаю, как это сказать. Ну, рядом, получается, с Белоснепом. Вернее, восточнее Белоснепа. Вот оно. Ну что ж, приступим. Смотри! Ему язык вырвали! Хватит, Аскела! Его дух разозлится! Какой такой дух? У данов нет души! Этот муж — павший воин и заслуживает уважения. Где его топор? Без него он не попадет в Вальгаллу. Хури убежал с ним. Не бей нас. Мы это не со зла, правда? Я вас не трону. Я лишь хочу вернуть этот топор. Куда убежал Хури? Куда-то туда. Он хотел поиграть. Побеждать чудищ. Принесите топор. А куда он, блядь, побежал? Мальчик, дай-ка топор, пока не поранился. Я тебе не мальчик. Я Хури, убийца чудищ. Хочешь топор? Забери его в поединке. Убийца чудищ? Раз ты тоже воин, я в обмен на топор научу тебя особым чарам. Руки Эгера, ноги Тора. Силу, честность и ум жаждет всякий воин. Я чувствую, как сила этих чар разливается по телу. Спорим, я быстрее добегу до того мертвеца. Гляди! Пусть мы не знаем твоего имени, ты был хорошим воином. Один поприветствует тебя в Вальгалле. Аминь. Когда-нибудь мы присоединимся к тебе в вечной битве с чудищами. Только я воина, конечно, не вижу. Ну ладно. Ну что ж, ребят. Вот мы выполнили очередное мировое событие. У меня получается на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео хочу показать очередное мировое событие в области Глостершир. Наш собот, наша область получается. Наше событие находится вот здесь. Это Мухомор. Она рядом с домом друида получается, да. Вот. Ну что ж, приступим. Ух ты! Интересно. Так, у нас вон получается там. Я правильно подстреляю или нет? Я не туда вообще стреляю.
Все, я понял. Это авокадо. Угу. Видите, вот у меня зелененький такой флажочек. Был бы другой флажочек, например, такого вот. Я стрелял бы по этим знаком. Головня головне передать готово. Пламя от пламени. Так же идут между людьми мудрость и глупость. Ну что ж, мы завершили очередное мировое событие. У меня получается на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Всем привет. С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео я хочу показать очередное мировое событие в области Глостершир. Да, прошу прощения. Так, а вот наш Глостершир. Вот, наше событие, получается, находится здесь, вот, по Роллин Рич. У нас также здесь будет основная миссия «Украденный король». Это у нас священные камни. Добро пожаловать, дитя Божье. Я Брэндон из Ирландии. Я видел свет этих камней и слышал их голос. Здесь его знаки. Здесь со мной вновь говорил второй голос, и был он выше многих. Послушай, что я узнал в молитве. Давным-давно была Великая война. Потомков богов, что жили до потопа. Я молюсь за этих мятежных ангелов. Вижу, Модран. Почти же, да? Вау. Здесь какая-то невидимая сила. Ну что ж, ребят, мы завершили очередное мировое событие. У меня получается на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Всем привет. С вами Прапор. Мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео хочу показать очередное мировое событие в области Глостершир. Вот наша область. Наше событие, получается, находится недалеко на западе от города Глостера. Вот оно. Это алтарь. Чтобы его сделать, нам нужно поймать 10 маленьких сомов. У меня они есть. Ну что ж, тут мы выполнили очередное мировое событие. У меня получается на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Всем привет. С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео я хочу показать очередное мировое событие в области Глостершир. Вот наша область, получается. Наше событие находится на юго-западе. Вот здесь вот. Вот оно. Прямо на границе. Ну что ж, приступим. Заперли с той стороны.
Чего ты хочешь? И кто ты? Опа. Яд, нужно выбираться отсюда. Видимо, заперт с той стороны. Тише, что-то не так. Я убью тебя. Ну, скажешь хоть что-нибудь. Так, ну что ж, я. Я понял вас. Ну что ж, ребята, мы завершили очередное мировое событие. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Всем привет! С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео хочу показать очередное мировое событие в области Глостершир. Вот наш Глостершир. И наше событие вот находится вот здесь. Это получается центральной части на северо-западе, да. Рядом у нас такой вот тайник воров есть, да. Вот оно. Ну что ж, приступим. Вот-вот рожу! Ребенок на подходе. Есть тут повитуха, я тебя провожу. Обойдусь сама. Помоги мне подняться на тот холм. Дальше я справлюсь. Что? На вершину холма? И ты хочешь справиться в одиночку? Да! Я заползу на этот холм, даже если умру на нем. Если понесу тебя на руках, наврежу ребенку. Лучше поедем на лошади. Ты не обязан мне помогать. Но спорить я точно не стану. Бросить в беде женщину на сносях было бы бесчестно. Почему тебе не помог отец ребенка? Потому что он божество. Мог, бог леса, пленил меня своей песней в праздник солнца. Ты и вправду легла с богом? Да. За нами идут. Постой. Я правильно или так волкам надо было? Стой, не спрыгнуло, блядь. Что с того? Мария понесла Христа от касания Бога, а Бог Данов, говорят, спал с конем. Локи, и он был в облике кобылы. Тебя ведь не взял какой-нибудь бог-скакун, верно? Нет, то был человек. Но я уверена, что это не простой смертный. Хоть я и не смогла увидеть его при свете дня. Дитя без отца. Пусть растет здесь. Подальше от города. Я ведь не замужем. Сколько будет сплетен. Сплю с богами лесов, живу среди зверей. Почему бы уж тогда не стать ведьмой? А ты что думаешь? А больше для этого ничего не нужно? Мы почти пришли. Можешь оставить меня на ступени храма, если хочешь. А дальше я уж справлюсь. Если брошу тебя, ты истечешь кровью или пойдешь на корм волкам. Я помогу тебе родить, раз бог-любовник не придет. Ой, это вряд ли. Я ведь сбежала после нашей встречи. О, спасибо. Ты ко мне куда добрее, мои родни. Thank you.
Мы добрались до храма. Как думаешь, твой божественный любовник сможет нас найти? Меня обрюхатил не бог, а обычный, скучающий смертный, как и я. Вряд ли он захочет растить наше дитя. Ясно. Значит, мы займемся ребенком. Дыши глубже и расслабься. Потерпи. Я сооружу палатку. Ты отлично справилась. Здоровая девочка. Хорошо кричит. Как воин. О, девочка. Я не знаю, как называть воинов. Может, дадим ей твое имя? Малышка Эйвор. Эрмина, я везде тебя искал. Бран сказал, что ты убежала, и я перепугался. О, это значит... Так вот твой бог-любовник. Что-то он хлипковат. Бог-любовник? Это похвала моим умениям или просто оскорбление? Иди, Мок. Наши семьи никогда не одобрят этот союз. Так что, если не хочешь опозориться, забудь меня. Это уж решать мне самому. Плевать на позор, если нам остается только жить в лесной хижине. Пусть будет так. Домик в лесу вполне подойдет ведьме с дочерью. Ну что ж, ребят, вот мы завершили очередное мировое событие. У меня получается на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Всем привет! С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео хочу показать очередное мировое событие в области Гостершир. Вот наша область. Наше событие находится, получается, на северо-западе. Вот оно. Это у нас Мэнкэти. Кайр. Ну что ж, собираем камушки. Папа, почему люди кричат друг на друга, когда перепьют меда? Мед — сладкий яд, что лишает людей доброты и наделяет их храбростью. Но кричать порой полезно. Тебе никогда не хотелось на кого-то закричать? Метать пламя хук и копья слов тех, кто тебя злит? Может быть. А что такое? Сигурд рассказал мне о Локе, который сердился на богов. Но почему? Он был тщеславен. И когда боги начали хвалить слуг Эгера, Локи не смог сдержать свою злобу. Он жил ради обмана и славы. Его сердце переполнило гордыня и зависть. Локи готов был обратить друзей во врагов, лишь бы не слышать, как хвалят других. Никогда не поступай, как он. Что за бред? А что за нафиг вообще? Делаем вот так вот, да? Допустим. Да нет, тоже не то. Так, подожди, сбросить все. Почему?
Ага. Ага. Так, сбросить все. Во. Ну что ж, мы завершили очередное мировое событие. Да, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Всем привет. С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео хочу показать, получается, где у нас зарыто сокровище в области Госторшир. Саму карту мы можем найти вот здесь. Источник Сабрины. Вот здесь точка быстрого перемещения, и здесь у нас находится карта. Само сокровище у нас находится вот здесь. Здесь у нас есть мировое событие в банкете, это Каэр. Здесь у нас лежит такой сундучок маленький. Вот. Получается, мы вот подходим к нему, да, отдвигаем вот этот камень. Как раз у нас вот здесь сундук, и здесь рядом с ним лежит наше сокровище. Ну что, подбираем. Ой, я забыл вам карту показать. Ну ладно. Так, что нам дали? Нам дали набросок вельвы. Это для корабля. Еще раз повторяю, где это все можно найти. Саму карту сокровищ мы находим вот здесь. В источнике Сабрины. Само сокровище у нас находится вот здесь вот. Там, где у нас есть мировое событие Манкетти. Там есть маленький сундук. Вот. И там, прямо рядом с ним, у нас лежит наше сокровище. Вот здесь вот получается такой вот ниша. Вот мы камень подвинули, здесь наше сокровище. А у меня получается на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока.